Это зуб подростка с плохой гигиеной. Посмотрите, в области десны со всех сторон мягкий белый налет. А также он прямо в глубине, в центре зуба. А вот это черное, что мы видим, это уже кариес, который поселился внутри. И на самом деле он не такой маленький, как кажется. Под нашим специальным дентальным микроскопом мы раскрыли кариозную полость и увидели, насколько глубоко пробрался кариес. А еще посмотрите, он не только в тех местах, про которые мы уже сказали, но еще и на контакте с соседним зубом. И вот так выглядит зуб после того, как мы убрали весь кариес, а вот в этом месте просвечивает нерв. Это значит, что еще чуть-чуть и был бы пульпит. А это зуб уже после лечения. И самое интересное, что родители чаще всего думают, что ага, там маленькое пятнышко, можно подождать с лечением, может быть, в лагерь съездит и после спортивной секции уже сходим к стоматологу. На самом деле кариес развивается и может дойти уже и до нерва, и придется лечить тогда не кариес, а пульпит, что в свою очередь и дольше, и дороже.